Искусство движения зажигательно, эмоционально. На сцене концертного центра «Щелковский театр» ансамбль детской школы искусств имени Розума «Волна». Неоднократно лауреат всероссийских международных конкурсов. Этот коллектив знают и любят не только в Щелковском районе. На уровне области он в первых рядах. Выступления «Волны» всегда блистательны, но этот концерт особенно значим, ведь сегодня, оставляя частичку души в танце, эти дети вносят вклад в судьбу трехлетнего Тимура Скокова. Ребенок страдает тугоухостью четвертой степени и нуждается в дорогостоящем слуховом аппарате. Концерт направлен на сбор средств в поддержку Тимура и проходит в рамках акции «Совершим чудо вместе» при поддержке районной администрации. Спасибо огромное Рождественской звезде, что она объединяет, помогает это все организовывать и проводить. Мы со своей стороны, я руководитель области образования, будем поддерживать и в дальнейшем. И отдельно хочу поблагодарить, конечно, школу имени Розума за отзывчивость. Всем огромное спасибо. В свою очередь хочу тоже также поблагодарить Алексея Кураева и его фонд, его сотрудников за ту работу огромную, которую он проводит в течение уже многих, можно сказать, даже лет. И успехов вам! Проведение концерта в помощь детям для благотворительного фонда «Рождественская звезда» детской школы искусств имени Юрия Розума стало традицией. В рамках акции «Совершим чудо вместе» они творят добро уже не первый год. Объявляю большую благодарность фонду «Рождественская звезда», его руководителю Алексею, за то, что он замечательный человек, вызвался нам помочь и организовал все это мероприятие. Большое спасибо. В наш век информации и социальных сетей мы порой забываем о соседе на лестничной клетке, которому плохо. И вот здесь мы пытаемся это привить. Я думаю, что хоть немножко мы посеяли доброты в людях. С помощью таких концертов у детей рождается вот именно то чувство соболезнования, сострадания к людям, которые нуждаются в их помощи. И вот то ощущение того, что они своим творчеством, своим искусством могут помочь другому больному ребенку, это очень важно. Мы изначально были рады работать для детей, которые нуждаются в нашей помощи. И я надеюсь, что мы будем это делать чаще. Дети – это радость, это наше счастье, поэтому они достойны и должны радоваться. И для них такие концерты делать только радость. Поддержать Тимура Скокова в этот день мог каждый. Вход в зал был свободным, но по желанию можно было приобрести билет. Также в холле концертного центра была организована ярмарка. Вырученные из приобретенных товаров средства также направили в копилку сбора в поддержку ребенка. На ярмарке представлены различные изделия ручной работы, от маленьких гипсовых статуэток до деревянных стульев. Участвуя в таких мероприятиях, ученики школ, их преподаватели и родители оказывают огромную поддержку тем, кому она так необходима. Такие моменты невероятно трогательны, ведь дети сквозь искусство помогают кому-то стать чуточку счастливее. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».